Доброй ночи, Страж. Меня зовут Джонни Лейни, а это традиционный экспресс-обзор статьи на этой неделе в Банже от 27 июня 2019 года. И вот что у нас из новостей. Разработчики напоминают, что 2 июля станет доступен экзотический квест на револьвер Lumina для всех обладателей сезонного абонемента. Также со 2 июля появится возможность предзаказать второй том лора из серии книг Destiny Антология Гримуара. Отправку начнут в октябре. Также для фанатов лора завезут новую эмоцию в лавку Тесс. Купив ее, на книгу получите скидон. От себя лишь добавлю, что качество этих книг очень приятно удивляет, у самого есть первый том, очень крутой. Баг с сундуком Паноптикума пофиксят 9 июля, так что успейте пофармить пушки и шмотки, которые вам нужны. После 9 числа это сделать будет куда тяжелей. Ну и горячий привет всем комментаторам, кто писал мне, что это не баг. Совместными усилиями сообщества игры в детский госпиталь Святого Иуды собрали 402 тысячи долларов. А на следующей неделе будет запущена следующая благотворительная акция, так что не оставайтесь в стороне, можно по традиции получить эмблему с сердцем за донат от 50 долларов. На этом, в общем-то, все. Спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк, счастливо!